В конференц-зале «Сигма ЮРГУ» представили программу Фулбрайта на 2017-2018 учебный год. Цель проекта – укрепление культурных и академических связей между нациями, а также обмен опытом. На участие в программе Фулбрайт принимаются заявки от студентов бакалавриата и аспирантуры, преподавателей вузов, ученых, сотрудников международных отделов и деятелей искусств. Некоторые слушатели уже определились с направлением, в котором хотели бы реализовать себя. Меня очень, кстати, заинтересовал проект именно по исследованию, потому что я сейчас осознаю, что мне в России не хватает исследований именно по моей тематике. А у меня тематика по градостроительству. То есть у нас очень мало аналогов, даже посмотреть негде. Диссертаций практически нет по моей тематике. А в США есть именно диссертации, есть опыт уже накопленный, хороший. Отбор участников проходит в три этапа. Первый тур – это оценка заявок, знакомство с резюме, рекомендательными и мотивационными письмами кандидатов. Второй этап – собеседование на английском языке. Третий тур проходит без участников, в посольстве США, где комиссия подводит итоги и формирует список отобранных в программу. Если человек чувствует, что он действительно созрел, то есть как бы среди семьи фулбрайтовцев есть такое понятие, да, то есть когда человек уже чувствует вот эту готовность участвовать, да, вот когда он созрел и чувствует, что у него, да, очень много компетенций, он обладает этим академическим отличием, да, и он как бы лидер по натуре, то шансов много, да, вот. Если человек пробует просто и думает, а, возможно, как бы получится, то шансов очень мало. Участие в программе Fulbright считается престижным. Кроме того, это отличный способ стать более компетентным в своей сфере. Новые полезные знакомства, возможность проведения исследований, выезды в другие страны и опыт общения с интересными людьми другой культуры.